Полиция просит помочь. Управление МВД России по Магаданской области разыскивает Фиделька Кирилла Андреевича. 2004 года рождения. Молодой человек 31 мая 2021 года ушел из дома в поселке Стекольный Хасынского городского округа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы обесцвечены, в ушах носит серьги. Возможно, имеется перстень на указательном пальце правой руки и серьга в нижней губе. Был одет: джинсовая куртка, штаны темного цвета, кеды синего цвета. Также может носить куртку желтого цвета, кофту на молнии темно-розового красного цвета. На лице маска, респиратор черного цвета с пластиковыми клапанами. Граждане, которые располагают какой-либо информацией, могут обратиться по телефонам 102-8-41-32-696-411, 8-41-32-696-075, 8-41-32-624-625.